Всем привет! Новая серия про Запорожец. В общем, сегодня будем красить Запорожец акрилом. Подготовил краскопульт электрический. Уайспирит, растворитель. Ну и сама краска. В общем, осталась у меня баночка краски, но она не полная. Где-то вот так вот, наверное. Акрил, вот такой вот цвет, светло-зеленый. По-моему, зеленая липа. Я красил шестерку, краска у меня осталась. Будем красить вот этой краской. Лежит она уже год, надо ее куда-нибудь применить. Иначе уже срок подходит. Вот, до сюда будем красить. Эта часть останется белой, ну, бежевой. По итогу у нас получится двухцветный Запорожец. Сейчас беру наждачную бумагу. Все. Надо будет заматовать, обезжирить. Обезжирить надо. И этот. Задуть и все. Так что смотрите, получится такой двухцветный Запорожец. Также повезло с погодой, у нас стоит теплая погода, бабье лето, так сказать, на улице плюс 20, ночью, правда, прохладно, ну я надеюсь, до обеда закрашу, время сейчас 9 час, и надеюсь, все получится. Акрилом я еще не красил, красил обычной краской, вон она, видите, полопалась, так что попробуем акрилом. Запорожец, видите, поставил на пеньки, ну, чтобы повыше было, чтобы не наклоняться сильно, и красить удобно. И все дела. Так, ну все. Все заматовал. Все закрыл. Здесь тоже все закрыл. В общем, сейчас будем красить. Сейчас сначала обезжирю. Использовал обычный скотч за 16 рублей. Так что не обращайте внимания, если здесь видно молдинги. Вот этим скотчем обклеил. Так, ну что, друзья, смотрим, что получилось. Вот такой вот двухцветный Запорожец стал в ретро стиле. Краска легла хорошо. Ну, для такого краскопульта отлично. Где пропустил, можно потом подкрасить. У меня есть один баллончик такого же цвета. И главное, цвет сочетается бежевый с зеленым. Даже вон диск задул. Так что получилось классно. Ладно, пойду собирать инструмент. Чуть попозже сделаем обзор. Надо это помыть. От краскопульта все эти насадки, иначе они это засохнут. Также вот резину нашел. Поставлю ее назад. Вон на тот диск, который я покрасил. И вот так вот получилось. Кстати, быстро подсохло.
пиши комментарий, ставь лайк, дизлайк. В общем, все. До следующего видео.